Отец Игорь, каковы ваши впечатления от конференции? Положительные впечатления. Радостно, что достаточно много людей заинтересованы в этими проблемами катехизации, которыми мы занимаемся в отделе образования и катехизации. Конечно же, очень компетентные мнения интересные высказываются, и дискуссия оживленная, содержательная. Очень хорошее впечатление. А что вам, может быть, показалось наиболее важным из того, что сегодня звучало? Для меня, как сотрудника отдела образования и катехизации, важны, конечно, моменты, связанные с возможностями введения этапов катехизации во всей церкви, не в отдельном приходе, не в частной общине, а вот касающиеся более широкого действия. И я особенно отслеживаю эти моменты, когда вот люди говорят, эти обзоры, чрезвычайно интересные, важные обзоры того, как проходит катехизация в отдельных местах. Ну и мы рассматриваем это как раз-таки и ту основу, на которую можно опереться при реальном распространении некоторых рекомендаций и указаний, инструкций, которые могут пойти через всю церковь.